Косов Павел Леонтьевич. Родился в 1904 году в селе Воскресенское. Призван Воскресенским РВК на фронт 27 сентября 1941 года. Гвардии сержант. Командир пулеметного расчета 22-го кавалерийского полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии Донского фронта. Умер от ран 13 января 1943 года. Похоронен в городе Калач Сталинградской области Калачевского района. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа. 17 октября 1942 года. Товарищ Косов, участвуя в боях с 20 февраля 1942 года, проявил себя подлинным патриотом, отважным и решительным пулеметчиком. 1 сентября 1942 года в бою за высоту 223 в районе хуторов Усть-Хаперский, Калмыковский, товарищ Косов, будучи окружен танками и пехотой противника, не растерялся, мужественно сражался с пехотой неприятеля. Открыл огонь по пехоте и отсек ее от танков. Пехота, неся большие потери, вынуждена была покинуть свои танки и отойти назад в балку. Атака противника была сорвана. Товарищ Косов достоин правительственной награды медалью «За отвагу». Наградили Павла Леонтьевича Косова за этот подвиг орденом «Красная звезда».